дорогу. Я успел машину выгнать, и все, больше ничего. Вот как был. Что делать теперь? Вешаться, что еще делать? Все сгорело. У сына сгорел и скот, и собаки, и кошки, и бычок, и свиньи. Все погорело. Мы остались вот. А как обжарил, у меня голова загорелась, и машина осталась гореть. Все, собаки сгорели, все. И хорошо успели сами выскочить. Я тут есть. И все, одни одежи, ничего нет. Я могу не говорить, понимаете? Человеку спокойно сказать. Глава города заслуживает срок или нет? За данную процедуру, что произошло у вас? Потому что я вчера сам лично ездил туда, откуда начался это возгорание. То есть это с первой улицы прекрасно видно, что это пошло с болот. Никаких там замыканий, ничего нет. Дыре не было вот этого позорища, которое было, заброшенная трава, не кошенная, все. Такой бы трагедии не случилось. Все началось именно с этого пустыря. А его не скосили? Конечно, нет. Он просто брошенный. И таких участков в Уяре, знаете сколько? Тут каждые 5 минут пожар бы был. Если бы это все местные власти делали нормально, такого бы трагедии этой бы никогда не было у людей. Губернатор определяет цифру, там, значит, так. Значит, помощь. Я нет единицы измерения. Понимаете, да? Нету единицы измерения. Дам тебе 5, 10, 20, 50 тысяч помощи. Пожалуйста, потом не говорите, что я пообещал. Ладно. Я просто рассказываю. Мы хотели услышать что-то.